Мир всем, дорогие друзья! Сегодня уже начался рождественский пост, и я покажу, что я готовлю, какие два блюда с картофелем для нашей семьи. Почистила всем картофелем. Натерла на обычной терке, но вот картофель быстро темнеет довольно, но на вкус это не влияет. Добавила 2 кружки муки. Дальше. Столовая ложка соли и немножко масла на глаз. Вот бокальчик воды наливаем. Получается довольно густо, еще пол бокальчика добавлю. Так, вмешиваем хорошо. Да. Все-таки еще маленько воды добавила, чтобы была такая влажная консистенция. Сначала включаю на 8-ку плиту, а потом уже на 6-ку, когда хорошо она разогреется. Начала раскладывать, просто ложкой зачерпываю. Вот. И уже так вот формирую оладушку. Примерно до такого золотистого цвета обжариваю. Тут уже на пробу утащили одну. Вот, начала делать второе блюдо. Для этого намывается, начищается картошечка. Картошка будет в мундирах. И все глазочки потом, это уже ножом вырежу. Обычно я делала только картошку. Вот она, картошка в мундирах, порезанная. Но сегодня хочу добавить тыкву. Приправу, какую любите. Соль. Ну и масло немножко. Опять беру примерно столовую ложку соли. Ложку приправы, смесь у меня приправ. Ну, на глазок немножко масла. И как я размешиваю? Я размешиваю руками. Ну, мне так удобно. Ну, понятно, руки чистые должны. Вот. Во-первых, не скребу мой противень антипригарный. Ну и вообще вот как бы все лучше чувствуешь, лучше перемешивается. Я пеку в духовке в основном, потому что русскую печь мы не каждый раз топим. Ну, включаю, часик-полтора она печется. Вот, собственно, и готово наше второе блюдо из картофеля. Очень полезное, потому что оно не жареное, а запеченное, еще и с тыквой. Я очень люблю такое блюдо. Ну, зажарить можно по вкусу, я люблю вот когда вот так вот подзажаристее, хотя можно даже еще подзажарить. И будет вообще как чипсы. Это по вкусу уже.